Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «День рождения Беззубика. Вторая часть». И если вам понравится это видео, то не забудьте поставить лайк. Да-да-да, перед началом видео поставить лайк, подписаться на канал. И не забудьте нажать колокольчик. Ну что, поехали! Что ж, все прилетели, теперь можно и праздновать. Ребята, я предлагаю, наверное, сначала нужно посмотреть подарки, открыть подарки. Думаю, Беззубику будет очень приятно и интересно. Потом, я думаю, еще раз надо поздравить нашего именинника. А потом, думаю, можно уже начать веселье, чтобы все было, как говорится, по плану. Что ж, хорошая идея, я согласна. Думаю, так будет правильней. Думаю, они тоже согласны. Что ж, начнем тогда распаковывать подарочки. И что, от нашего, так скажем, людского коллектива мы решили вам подарить вот такую картину пазл. Там нарисован Беззубик и Дневная Фурия. Мы ее специально сделали на заказ, чтобы она радовала вас. Особенно Беззубику, мне кажется, она очень понравится. Она очень красивая, такая большая. Ее вы, в принципе, можете разложить где-нибудь в уголке. Я думаю, вам она очень понравится. Что ж, в итоге должна получиться вот такая красивая картина. Вот Беззубик, это ты, это Дневная Фурия. Мы решили изобразить вас на фоне, так скажем, олуха нового. Вот такие вот елочки. Я думаю, что и детишкам понравится, так как вы это можете все вместе собирать. Это очень удобно и, как говорится, развивает моторику. Поэтому я думаю, это очень хороший подарок. Причем он большой и вам точно понравится. Я в этом уверена. Мне очень нравится. Посмотри, Дневная Фурия, какая красивая картина. Смотри, это ты, вон я. Да, картина и правда неплохая, мне тоже нравится. Ой, какая милая картина. Еще тут даже олух нарисован, прикольненько. Что ж, теперь, я думаю, будет нам чем заняться с детьми вечером. Или дадим детям, пусть собирать будут, чтобы не мешали. Да, я согласна. Очень хорошая картина. Обязательно надо будет ее собрать. Так, сейчас давай-ка ее пока отложим в сторону. И посмотрим, что нам подарили еще. Точнее, тебе. Полностью с тобой согласен. Что ж, а мы со смертохватом решили вам подарить вот такие цветочки. Это не просто какие-нибудь искусственные цветы, это настоящие цветы. Их можно у нас посадить, точнее у вас где-нибудь тут. Они будут расти. Во-первых, они очень красивые. И во-вторых, это цветы, на которых, например, нету аллергии у детей или что-то наподобие того. Также они очень часто цветут и почти всегда будут вот такие красивые. Да, и это не просто цветы, а они символизируют ваших детей. То есть два вот таких вот розовеньких цветочка красивеньких и один желтый, как ваши детки. Очень красивые вот такие вот цветочки. Вот такие красивые. Думаю, сейчас мы их достанем и поближе посмотрим. И даже, может быть, сейчас посадим их вон туда. Вот, вы только посмотрите, как красиво они выглядят вживую. Такие хорошенькие. Это, если что, вот такие вот тюльпаны. Такая разновидность тюльпанов, которые могут расти в нашем скрытом мире. Они и пахнут хорошо, и выглядят хорошо. И также эти тюльпаны не просто однолетние, а многолетние цветы. Вот.
Я же говорю, что будет красиво, если их посадить сюда. Посмотрите, как теперь они гордо тут стоят и красят своим видом ваш домик. Что ж, надеемся, вам понравился наш такой скромненький подарок. Ничего себе скромненький! Это замечательный подарок! Я так давно хотела цветы, и Безумик мне как раз их обещал купить. Да, цветы – это неплохо. Скажем, я тоже люблю цветы, и причем, так как на них нет аллергии, это самые лучшие цветы. Что ж, друзья, спасибо, рады мы, рады. А особенно очень символично сделано, что двое одного цвета, а один другого, прям как наши детки. Что ж, очень прекрасно. Да, теперь я могу проводить свое свободное время, занимаясь цветами. Там, что там, надо поливать цветы, удобрять цветы. Вот теперь хоть будет чем заняться. Согласен. Что ж, теперь настала наша очередь, и мы бы хотели вам подарить вот такую вот скульптуру. Но это не просто скульптура, это новогодняя скульптура с Дедом Морозом и с вот таким вот гномиком. Также она водяная, но не просто водяная. Так, сарделька, покажи, что эта прекрасная скульптура может сделать. Да, конечно, с удовольствием. Если эту скульптуру немножечко потрясти, то там будет плавать снежок. Вот такая вот красивая скульптура. Ну, конечно, это не настоящий снег, а искусственный, но он очень красиво сделан, как настоящий снег. Поэтому я думаю, и вам, а особенно детишкам, понравится вот такая красивая скульптура. Как раз скоро Новый год, и думаю, она будет очень вам кстати. Так как елку вы не наряжаете, а думаю поставить вот такую красивую скульптуру, причем она не очень большая, но и красивая, и, так скажем, такая рабочая. Думаю, будет очень прикольно. Вот для наглядности могу еще раз показать, как там летает снег, прям как настоящий. Что ж, дорогой, не знаю, как тебе, но мне это очень нравится. У нас в нашем скрытом мире, к сожалению, снега нет, а здесь у нас есть такая маленькая частичка снега и Нового года. Причем, да, елку мы тоже не ставим, так как у нас елок тут нету и не водится. А тут и елочка, и Дед Мороз, и гномик. Я думаю, деткам точно понравится, и нам будет приятно посмотреть на нее. Да, я тоже скучаю по снегу, поэтому думаю, это очень прекрасный подарок. Он и красивый тоже такой. И, конечно же, по новогодней теме. Тут даже такие маленькие домики нарисованы, как все красиво и качественно сделано. Ребята, большое вам спасибо. Очень классный подарок. Думаю, даже сейчас мы его поставим вон в тот угол. Что ж, теперь будет вот так красиво стоять и радовать глаз. Вот такая вот красотища. Что ж, а теперь, я думаю, стоит поздравить нам всем еще раз Безумика и начать праздновать! Что ж, думаю, мы начнем. Да. Ой, Безумик, мы бы хотели тебе пожелать всего самого лучшего. Конечно же, счастья, здоровья, любви, чтобы дети радовались, чтобы все было хорошо. И, конечно же, я думаю, что самое главное это сейчас здоровье, поэтому да, вот желаем тебе побольше здоровья и всяких радостей в жизни. Вот так. Что ж, думаю, мы будем следующими. Мы бы хотели тоже, конечно же, тебе пожелать счастья, здоровья, удачи, всего самого хорошего. Конечно же, успехов в правлении нашим царством-государством, так можно сказать, скрытым миром. И также хотели, конечно же, тебе сказать, чтобы дети тебя слушали, чтобы все хорошо, чтобы росли умными, никакими там негодяями и все такое. Да, чтобы пошли в папу и, конечно же, потом заняли трон скрытого мира и были такими же хорошими правителями, как ты. Ой, спасибо, спасибо, ребята. Ой, как я рад. Большое вам спасибо. Что ж, думаю, теперь наша очередь тебя поздравить. Ну да. Конечно, прежде всего здоровья, счастья, всего самого лучшего, как говорится, сладкой, приятной жизни. Да, также, конечно, хотелось бы пожелать удачи в твоем правлении и...
мама, папа, папа, мама, 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 беда, 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 беда. О, дети, что такое? Что случилось? Вы не можете подождать попозже? Видите, меня тут поздравляют, все такое. Нет, папа, мы не можем. Наш брат пропал. Что? Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И всем пока!